затем насадку. Устанавливаем насадку для обдувки в шланг установки. Продуваем наконечник в течение 5-10 секунд. Этой же насадкой продуваем носик наконечника. Если порошок налип основательно, то в ход пускаем мандрены. Тщательно очищаем все соединительные узлы системы. Если порошок налип в секции уплотнительных колец, то кольцо необходимо снять и очистить пазы под ним.